Привіт! Сьогодні ми будемо дізнаватися ставлення мешканців нашого міста до підвищення штрафів за куріння у невідведених місцях. Мені здається, нічого не зміниться в нашому місті із-за того, щоб підняли штраф. Тому що в нас взагалі положених місць, як для куріння, такого нету. Тому нічого особо не зміниться. В принципі, положительно, но надо создать условия, чтобы люди где-то и курили, потому что у нас же много ведь курят людей. Понятно, что у нас курящая страна, хотя повышают цены за сигареты, но во всяком случае мало кто отказывается. Я думаю, вообще ничего не изменится. Ну хотя бы потому, что молодежь курит, даже если подняли уже налоги на сигареты, молодежь она будет покупать и курить там, где она хочет. Такая у нас молодежь. Мне кажется, это хорошо. Наконец-то, может, задумаются, не будут бычки бросать, потому что, ну, дворников тоже надо уважать. А вот ты идешь по остановке вечно, ну, и набросано, и накурено постоянно. Вот я не курящий человек, и мне неприятно, что я стою на остановке и дышу вот этим вот дымом. Серьезно, это... Да, мне кажется, что зря. По-моему, зря. У нас налоги повысились, теперь осталось только повышать штрафы на сигареты. Сколько раньше было? Сколько сейчас? Нормально, молодцы. Хорошо отношусь. Я считаю, это лишнее. Какая разница, если человек курит, все равно он травится, и где-то еще будет травить кого-то. Прежде чем какой-то указ издавать, надо создать условия, а потом уже требовать от людей.